одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны. Я правильно поняла, что кочки нужно садить сейчас под зиму на холмике символическим присыпанием не более пол сантиметра и прикрыть пасеку. Но это как раз все не мое. Во-первых, я учу так. Значит, можно садить под зиму. Что взойдет, то взойдет. Ну, например, половину, но не все. Лучший способ это все-таки стратификация. Более надежная. Отсидеться, чем в открытом грунте, лучше, где у него столько врагов. Потому что семечки, косточки это еда. И прежде всего еда. Вот. Поэтому стратификация в холодильнике до весны, потом умеючи у вас может зайти 30%, 50%, 90%, 100%. Но даже 30% это громадный успех. Вот. Главное зайти. Холмики с символическим присыпанием землей, они будут быстро пересыхать. Если посадить спящую, допустим, сейчас, вот, взойдет ли весной? Готовы ли вы всю весну бегать, поливать на холмики? Они в центре холмика, эта же самая косточка, слегка присыпанная, все вроде бы хорошо бы, схожесть плохая. Видите, это опять не мое. Вот. И прикрыть пластиковой бутылкой. Тут, да, тут возможно, но я так не делал, но я не отрицаю и свой опыт, смотрите. А еще, давайте по порядку. Подскажите, на каком расстоянии высаживать саженцы абрикосов слив? Так, по семенам. О боже, сколько вопросов. Ну, чуть ниже будет ответ. Ну, по порядку. Так, пока читаем. На каком высаживать саженцы абрикосов слив? Если бы схожесть была бы стопроцентная, я бы сказал, например, 3 на 3. А там где-то может получиться что-то и погибло, получится 3 на 6 тоже неплохо, если через один погибать будет. Главное никогда не выравнивать, например, погибло, взял, не погибло, густо взошло, а вот, давай-ка вот теперь оно некрасиво, давайте рядочками. Вот это плохо, вот как растут, желательно большинство не трогать. Семена, которые отправляются от сеянцев или от привитых деревьев. И от сеянцев, и от привитых деревьев. Вот. Поэтому получается так. Есть сеянцы, так и называются. Например, сеянец Амура. Четко написано в каталоге. Вот. Есть, допустим, сеянцы манжурских абрикосов. Манжурского абрикоса. Это потомство патриарха. Так и написано. Сын манжурца номер 1, сын манжурца номер 2. А так как они список до бесконечности, то еще есть ассорти, то есть со всех деревьев, там, допустим, с 15. Человек попало куда, в какой этот пакетик из 10 кочек. То есть лотерея. И привитые деревья. А как же? Амур привитые, Серафим, Артем, Рыжий, Бай, Королевский. Вот, там, ну, в общем, и так далее. Вот, все это привитые деревья. Вот. Поэтому отправляю и такие, ответил коротко, потому что мы это уже проходили. Вот, посадил персик, как вы учили. Жду зимы. Там позже кое-какие фотографии увидите. Позже отпишусь, как укрывал на зиму. А кто такой Лапин? Лапин взял и посадил персик. А! Немножко разночтение. Письмо тут, а фотография в другом месте. Ничего, увидите. Тем более у меня там есть замечание, гражданин Лапин. Я в хорошем смысле вас называю гражданином. Вот. Так, дальше. Глоточек чая. Удивляет минимальный прирост ваших абрикосов. Переписка идет. Например, Вячеслав, я так понял, это из моей гостевой. Ну, тут от меня требуется ответ, поэтому переписка между Геннадием и Вячеславом. Вот, Вячеслав, я так понял, написал, что осенна небольшая, скальные хребета насвы, то есть карлики получили. Со слова Латинкова, это самые неприхотливые сорта. Ну, правильно, догадывайтесь, скальные хребет, там почвы-то нет. И опять же, высоко, они не могут быть крупные, наоборот, чем выше, тем мельче. Выдержит и мороз до минус 50, и ветра, и влажность. Казалось бы, должны в тундре расти. Вот, кстати, в тундре они расти никогда не будут. Там совсем другая почва. Это по морозам в тундре, а кроме мороза там есть другие проблемы. Мы уже говорили.
почва не та, расти не будут. Если они у вас посажены не в бедную почву, внимание, а в чем же причина? Дело в том, что, вот, допустим, Геннадий Железногорск считает, что если посажены не в бедную почву, наоборот, хорошо, бедную бы лучше, это мое мнение. А у вас получается, в чем же причина? Вот и задаюсь таким вопросом по своим, а опять у Геннадия еще свои есть сеянцы амура. За лето скорость вырастет 30 сантиметров. Мало. Тогда как остальные на метры более. Отлично. Значит, все умерло. То есть, получается, кстати, дядя Ваня, как видите, те же самые косточки, и вдруг все в порядке. Ну, не в порядке, но метры это уже. А культурное, кстати, вот что интересно, запоминайте, чем культурнее абрикосы, тем они мини-рослые. Вот. Но, хотя это не значит, что они более надежные. Наоборот, там самые надежные некультурные. Может, скальным и хребтовым не хватает каменистой почвы и влажных теплых ртов Приморья. Да, им не хватает каменистой почвы. Но насчет влажных теплых ветров Приморья это вопрос спорный, но ничего говорить не буду. Вот. А может, косточки нездоровые? Исключено. Но это все нет, мне кажется, что нездоровое от этого самого. Скальный и хребет, это явно, это не мои, это пусть это Бродского, но подозревать, что они халтуры не могут, никогда. Но это все предположение, а может дать ответ только Валерий Константинович в ближайшем вебинаре. Ну, в принципе, я по ходу и дал ответ. Значит, везде одни и те же возьмете 100 косточек, вспоминайте фотографии, вы видели чистый дерн, то есть этот чистый перегной, чистую глину, видели песок чистый, видели там супесь, видели, в общем, все вы видели. Вот, видели близкие грунтовые воды, видели далекие грунтовые воды. И везде одни и те же, вот это вот, хочу, чтобы вы поняли, одни и те же везде будут разные по приживаемости. Вот. Могут из принципа не взойти. Это тоже мои наблюдения. Вот из принципа не взойдут, если им там не нравится. Или взойдут, будут чахнуть. Или прекрасно развиваться. Например, за лето без всякого полива до 2 метров. Причем без полива. И везде это будет разное. Везде. И помогать абрикосам ни в коем случае. Вот. И не от того, допустим, вот они 30-40, не от того, что их плохо поливали. А может хорошо, что не поливали. Поливали бы, они бы могли бы расти чуть больше и сгнить рано или поздно. Вот это очень важно знать. Это надо даже не то, что понимать, даже чувствовать надо. Так, ну вот, такой мой ответ Валерий Костюмович в ближайшем вебинаре. Так, не слишком ли быстро я говорю? Так, Арефьева. Ой, да такие письма мне нравятся. Снова здравствуйте. Решил написать описательное письмо. Ой, сколько всего хотелось бы рассказать, выслушать ваши комментарии, получить бесценные советы. Но ни телефон, ни интернет не способны заменить личное общение. Я по-хорошему завидую Елене Александровне. Ей посчастливилось действовать по вашим чутким руководствам. Чутким? Елена Александровна, надеюсь, слышите меня. Что заведомо исключало совершение многих ошибок, которые неизбежно встречаются у нас. Ваших подписчиков и слушателей, действующих самостоятельно. Да если бы вы действовали самостоятельно, вы знаете, что такое самостоятельно, а, Василина? Самостоятельно это когда дачный бум хапали даже с Таджикистана, там где родственные заводы, где везде, где были алюминиевые заводы, дачники везли отовсюду. Тысячи, тысячи саженцев прямо с юга, отовсюду. А ведь где-то что-то прижилось. А потом не успела погибнуть, а с ней взяли черенки. А на что переносили? А уже на эти. Вот. А уже в это время загибались сады колхозные. Их еще 50-е годы заставляли. Пусть убыточные, пусть они никогда не давали эти колхозные сады. Не завалили фруктами. Никогда. Ничего. А команда была. И сады задичали, тем более перестройка. А подвои-то лучшие из лучших. И что-то где-то не успело погибнуть. Уже с них брали эти самые корневые отводки, сеянцы брали, переносили к себе. И я так делал, и мы все это сделали, да? Вот. И получается, что
мы не делали ошибок, потому что мы были совершенно безграмотны. А потом пришла пора, и нас завалили советами. Спасибо вам. Вот вроде эти же самые дренажа там, где и так все гниет, и еще дренажа только не хватало. Вот так вот. Ну что, теория, практика, разные вещи. Ну, лучше бы, чтобы это было одинаковое. Так, теперь. Совершил огромное количество недосчетов. Сродни эксперименту, который с треском провалился. А возможно, я пересмотрел все вебинары, телемосты, ознакомился с видео, статьями Латинкова. А вот все интересно. У каждого из вас есть собственный подход. Вы используете привычные ножи с односторонней заточкой, а Латинков, ну, правда, это, по-моему, Латинков, самодельный с двусторонней заточкой. Так вот, смотрите, это не разные ножи. Он просто, да, у него получается настолько он острый, что исчезает разница между односторонней и двусторонней, настолько острый. И пусть он двухсторонний, но он настолько тонкий, острый, что он делает такой же идеальный срез, как и односторонний. Поэтому здесь нельзя разделять. Попробуйте вы такой же острый сделайте, который это. Ой, знаете, сколько я себе резал пальцы во время прививок. Значит, успех прививки зависит вовсе не от ножа, а от умения им владеть. Да, и все-таки и от ножа, и от умения. Имеются разночтения в способе посадки косточковых. Вы символическое заглубление. Латинков 4 сантиметра между брусками. Но в дальнейшем дождями эти сантиметры размываются. И опять между нами нет никакого разницы практически. Когда я видел, как Латинков делал хитро, я еще в очередном фильме, еще его способ рассказал. Не как альтернативу, или кто это самое, умнее или опытнее. Нет. Вот. То есть, конечно, результат такой же. Это знаете, как мы с Чугуевым, который, кстати, правда, уже на том свете. Вот, я беру, делаю холм, в центре ямку и вставляю саженец там уже с открытыми корнями или прямо с горшка. Вот. А Чугуев ставит саженец вначале, а потом берет лопату и со всех сторон его обсыпает, получается тоже холм. То есть, масса, ну, то есть это... Результат один и тот же. Так и тут. Вот жаль, ну не успеваю я все. Но я вам уже показывал, даже фотографию делал прямо с экрана. Вспоминайте. Берется две доски. Вот тут 4 сантиметра упоминается. То есть четверка. Вот. Это меньше, чем высота этого, там, понимаете, спичного коробка. И две доски положили. Между ними получается... Ну, небольшой 4-сантиметровый, как бы искусственный канавка. Разложил косточки, засыпал, так. Может быть, на первом этапе, может, не сразу убирается, потому что надо полить, еще то-то. А потом, когда уже все это все где-то убирается, эти доски, что мы видим? Мы видим символическое заглубление. Потому что проходит время, даже сильный дождь, а он же все-таки этот расплывается, этот холмик, результат точно такой же. Но у Юрия Латинкова, моего друга, даже где-то, ну, эффектнее, что ли. Думать не надо. Две доски положил, между ними косточки, засыпал землей, через некоторое время убрал доски. А гряда небольшая осталась. Ну, здорово, я восхищаюсь им. Вот так вот. Несмотря на это, ну, вообще, я уже убедился, что это все одно и то же. Причем, вот, даже, говорят, еще остроумнее. Век живи, век учись. Так, ничего не знал о влиянии грунтовых вод, не о гипотогенных зонах. Теперь точно знаю, почему деревья мышцы и гибнут. Не помню, говорил ли я, что сейчас находится в пойме небольшой речушки, которая плавно обтекает. Соответственно, грунтовые воды... Залегает не так глубоко, как хотелось бы. От метра на берегу 2-2 самая удаленная точка. Зная, что мало. Ну что поделать, имеется плавный склон. Вот. Кстати, вот понимаете, как даже по одному колодцу судить. Вот бывает тут действительно 2 метра. Отойди в 3 метра в сторону, а там уже не 3 метра, а 8 метров. И так бывает. Теперь. Мне угораздило посадить. Ну, в общем, дальше получается как? Если вы все это просчете, выйдет, что все дело наоборот.
То есть там, где надо было садить косточкой, посадила семечко, там, где посадила семечко, надо было косточка и так далее. Вот. Видите? А вот тут уже нормально. Грунтовые воды на расстоянии 1,5–2 метра. А вот мини-питомник может быть. Единственное, что я скажу, буду выращивать сеянцы, лосося, вишни, сливы, дикой груши. Так. Из заброшенного школьного сада. Великолепно. Теперь, очень важный такой момент. Вот где грунтовые воды близко, уже всхожесть плохая. Ведь чувствуют же деревья. И может оказаться так, что ваш питомник будет так же чахнуть. Ну, вам надо, чтобы, допустим, как вспоминаю, первый год, вот высадил эти самые семена доктор Хан, как я вам рассказывал, да, показывал, рассказывал его участок, там столько же, как вот до воды. Ну, ни черта, не умирает, но и толком не растут. Там, где близко к тому воду, такое впечатление, что это вообще сплошь одни гепатогенные зоны. Ну, чувствуют эти саженцы. Поэтому мини-питомник я все равно советую делать там, где, ну, хотя бы, вот, смотрите, вот, хотя бы вот здесь. Именно питомник, именно там, где предстоит всходить деревьям. Фух. Ой, извините, пропускаю, не могу все, не успеем. Ой, а что дальше? Я понимаю так, отобрать самые жизнеспособные, с наиболее крупным листом, остальные выбраковывать. Да не спешите выбраковывать. Все, что взошло, все пригодится. Вот. Пусть растут, пока природа не выбраковывайте, природа отбраковывает. Понимаете, даже если вы угадаете, ага, крупный лист вроде культурный, мелкий лист вроде бы менее культурный, а потом бах, одна-два морозные зимы, и у вас получится, что крупный лист, ура, культурные сдохли, погибли. Не выдержали морозов, а потому что не привитые же. А те, которые вроде скромнее, остались жить. Не спешите. А что касается вот эти варианты, я мне уже не хочу повторяться. Ну, вспоминаем, посадили дикие, не дикие, а подвойные. Они, скорее всего, будут полукультурные. Абрикосы, сливы, там, манджурцы, там эти, китайки и прочее, прочее. Рядом культурные, с культурных срезали. Вот. Срезали привой, оставили несколько почек, так, с культурных. Весной привили на эти дикие, потом три варианта. Вспомните опять про журавля в небе, про синицу в руках, про жар-птицу. О, у меня аж голова закружилась. Говорю. Вот, пожалуйста, вот это все. Единственное, вот здесь вот, я еще раз говорю, я ради вот того. Вот это вот не спешите выбраковывать. А то ура, много взошло. Вот. Значит, которые поскромнее выбраковали, выкинули, а которые получше замерзли. Вот, спешить надо, знаете, когда. Елена Волкова, вот тут, или я это повторяюсь, ну, сейчас скажу. Косточки нужно садить под зиму, это вы считаете на холмике. Ну, если повторяюсь, все равно, тут у меня фотографии есть. Символическим присыпанием, прикрыть пластиковыми бутылками. Вот я еще раз немножко расшифрую. Ребята, повторяюсь, но и Волкова не сегодня, но все равно. Дело вот в чем. Я просто подобрал несколько фотографий. Под зиму больше врагов. Еще раз говорю, про стратификацию. Но именно здесь там было просто письмо. А здесь я его расшифровываю. Смотрите. Вот это вот лежало под снегом. Не закопано. Манчжурский абрикос. Большинство сгнили, заметьте, сгнили. Это говорит о том, что здесь произошел естественный отбор. Вот пошел, прекрасно, вот это, наверное, лучше саженец, да? Вот ему-то по барабану, вот это уже начинается отбор. Вот он как раз для Ленинградской области, для Псковской. Вспомните про дожди, вспомните про сырость, да? Вот. Если бы они были прикопаны, они бы больше выжило. Почему? Символически, потому что эти каким-то чудом миновали мышиных зубов, но большинство не выдержали сырости. А если чуть прикопать? Возможно, а здесь сырой снег часто бывало выпал, там начинает потаивать, особенно весной, по земле, может быть, даже чуть-чуть комфортнее было бы.
А по-моему, может быть, все бы сгнили. Вот иногда не всходит, а человек не знает почему. Он видит пусто. А ему невдомек, что это ужас, посмотрите, мне это один из ключевых снимков. Я ничего не выдумываю, это мой сад. Видите, как тяжко им приходится. Ладно. Ну вот они взошли. Так, начинается пир этих самых мышей. И неудобно показывать. Вспомни снимки. Там добрая 1000 косточек, все прогрызены мышами. Собраны вначале. Аккуратно, там с площади десятки квадратных метров, собраны в одно место. В течение зимы. Специальная столовая, кладовая. И вот там всю зиму жрали, жрали, жрали. Как у них зубов хватало. Вот. А это уже весной доедали. Вот. Почему я это говорю? Сейчас поймите. Я бы не стал повторяться, но это важный момент. Вот. Вы задали вопрос под бутылками. Если я вот это показываю, это специально для пересадки. Это вам говорит о том, что сам себе режиссер, то есть сам себе пересадку делаю. Обратите внимание, какие корни, сколько земли. Прекрасно приживется. Вот он уже в рост пошел. Вот в этот момент и пересаживаю. Можно ли с бутылкой не привитая? Наверное, можно. Наверное, мыши будут спасать. Вот еще фотография. Стоило упасть в бутылке, мыши набросились так, что съели не только прививку. Так, вот это, кстати, утепление. Один год использовал. Но это есть такая Алексеева, абаканский садовод, чудо-женщина. Знаешь, еще в том году сильно болела, связь потеряна. Это она однажды позвонила и говорит: Константин, попробуй, увидит мои советы, их много было в местной печати. Константинович, возьми и прививку обмотай, утепление лучше будет. И один год я так делал. Потом перестал, но перестал от лени. Вот. А на тот момент у меня было 1500 прививок, на 6 или 7 упали вот так, ветром сдуло. Хотя вот эти вот палочками, они были как бы подвязаны. Но ураганный ветер, и везде, где вот так сдуло, мыши съели. То есть... Вот это очень актуально, и вот этот вопрос ваш актуальный. Но я сейчас не об этом. Дело в том, что не каждый год, другие года вот этого бы не случилось. Вот проходит год за годом, но нету мышей. Вот. И только расслабишься, и сейчас, внимание, я вам объясню. Вот. А объясню следующее. Только расслабиться, в этом году вдруг выясняется, что прямо посреди лета в один из садов рядом со мной был все яблони, именно яблони, не все, а именно яблони, были круговую объедены штамбы. Сигнал тревоги страшный. Почему? Мыши обычно до марта, до конца февраля, до февраля на юге, до марта на севере не трогают деревья. Только с голоду к весну кончаются запасы, жрать хотят. Что произошло? Есть такое понятие по железу – взрывное размножение мышей. Их такое количество, и земля плюс наслоение, настолько неблагополучная может быть зима, хотя они, хозяева хорошие, заготавливают себе все на зиму, но запасы кончаются, и начинается пир, начинается жрать кору с деревьев. Если мы, люди, когда голод, знаем, что такое кора с деревьев, и едим ее, чтобы не умереть с голода. Такие случаи всегда были, во все века были. Вот. А уж мышам сам Бог велел. Если уж мы способны кору есть, то мыши тем более. И тогда гибнут сады миллионными деревьев. И вот этот случай, что впервые вдруг в середине лета начали жрать. Один пример. Второй пример. Ребята, если бы не вот поступили сообщения, один, пожалуйста, другая, третья, четвертая. Мыши заполонили первые этажи многоэтажек. То есть, их количество такое, и они все еще не так холодно. И уже месяц назад они перебрались, есть такое понятие, особенно войсковое, воинское понятие, перейти на теплые квартиры или на зимние квартиры. И мыши поперли так же, как... Это принято в войсках такое название, они поперли на первые этажи, захватывая территорию, поселяясь на кухнях, находя всевозможные щели. А пролазят они, а у них есть такая особенность, если щель толщиной с линейкой, ведь пролезут.
Это их особенность, иначе бы не выжили как класс. Вот это значит, что зимой начнется и к весне настоящий пир. Опять, похоже, это, пусть у меня таких всего несколько примеров, похоже, начинается страшная, страшнючая уничтожение садов. Если я обманулся, ну и чего, все равно сколько-то сожрут, спасать надо. Вот, ребята, спасайте, готовьтесь. Вот, у меня соответствующие фотографии есть. Вот это, например, фотография сделана мной. Лично я посещал под Красноярском так называемый сад Крутовского, знаменитый. Вот, Елена Александровна, возможно, там будет работать, возможно, не будет. Вот, но когда я разговаривал то ли со Степаном, то ли со Степановым, прекрасный садовод, говорят, уже там не работает. Это его рук дело. Это он так защищал от мышей. Ну вот, если он, к сожалению, вот так вот закапал абрикосы, это для него минус, но откуда ему знать? Вот. Говорит так, он простой был работяга, был потому, что уже якобы уволен. Это я к слову. Это значит, что, как я говорю, ну а где ваши ученые? Приезжают, да, приезжают. Вот, с Красноярска, еще откуда-то. Садятся, пишут. Чего-то пишут и уезжают. А вот так закапывают абрикосы, а потом я раскапываю, а у них уже, они уже гнилые. То есть, спасая от мышей, это абрикос вот этот. Спасая от мышей, нет, наоборот, к весне вот это все уже гноят корневые шейки. Но это к слову. Пока, еще раз говорю, внимание. Теперь что я буду делать? Я завтра, вот это началось, завтра я начинаю с станции, я покупаю несколько килограмм зерна отравленного, по бутылкам мы это проходили. Вот. Особенно раскладываем между садом и кругом заброшенные сады, огромное количество как некошенной травы, мышиное царство. Я защищаюсь по границе, раскладываю бутылки еще в центре, спасая деревья до 5-6 лет. И, как оказалось, могут и десятилетние сгрызть. Особенно, видимо, когда голодные. То есть, в теории, до 5 лет, а там уже якобы не по зубам. Ну, еще какое дерево? Лучше спасать, продолжать. Иначе, ребята, потеряем миллионы деревьев. Кстати, огромная благодарность Пащенко Сергей Анатольевич. Вы видели, заглядывали ко мне туда, в мой этот канал, или как он там называется, где всего-то 5000 подписчиков, а надо бы 5 миллионов, тогда бы мы могли хоть что-то изменить. Вот. Но у моих оппонентов, которые губят сады, просмотров и подписчиков тысячи раз больше, я не понимаю, тысячи раз больше. Эти люди обмануты навсегда. Вот они-то будут с дуру копать ямы, устилать этим железом. Вот. А потом спасают одного, губить от другого. Ну и так далее. Вот вам кальский, ой, этот сад. Вот они, яблони, которым вот эти вот холмы, ну, почти по барабану. А вот абрикосы